Всем привет! Последний штрих, последнее извращение над чехлом видеокамеры. При изготовлении места изгиба получились блестящие, без рисунка, потому как здесь прогревал теном. С наружной стороны я сделал насечку, получилось неплохо. Сейчас также сделаю с обратной стороны. Бор-машинка. Бор, точнее бор маленький. Обороты самые малые. Поехали. 16 часов ровно. О, 16 часов ровно. Скоро станочек включат. Теперь немножко под углом. Так, и еще вот так. Теперь здесь. И снизу. И еще немножечко. Все, теперь нужно полирнуть. Вынимаем камеру, ватный тампончик. Маленько хлороформа. И делаем вот что. Раз. И все окей. Все у нас заблестело. Еще разочек. Чтобы все царапинки сгладились. Распрямились, разгладились. Стали закругленные.
И еще разочек здесь, здесь и здесь. Все. Оставим на пару минут. Продолжаем. Прошло минуты 3. А может быть даже и 4. Значит, смотрим, что у нас получилось. Рисуночек очень даже неплохо. Как настоящий. Немножко мягкое в этом месте, но оно еще выветрится. Все красиво, все замечательно. Как-то так. Всем спасибо. Ставьте пальцы. И всем пока.